Здесь у меня мясо, лук в блендере я измельчила, соль, куркума, черный перец и чуть-чуть кориандра. Вот на кончике ложки чайной. Даже меньше было чайной ложки. И также щепотку красного перца острого. Это уже на вкус, много, мало, это уже по вкусу. Все это хорошенько перемешиваем. Смотрите, у меня здесь тесто осталось от пельменей. Обычное тесто идет сюда, пельменное. Если у вас нет такого готового, вот я вот так вот, когда остается, заворачиваю и замораживаю. Сейчас она у меня разморозилась. Надо вот так вот пергаментом каждую, видите, как завернула, чтобы не прилипало. И тесто уже готовое у меня есть, получается, раскатанное. Обычное тесто здесь, если вы хотите сделать уже отдельно, если нету теста готового, то на 2 стакана муки вполне хватает теста. Вот так вот, смотрите. Все, уже тесто. Теперь сюда кладу мясо. Мясо где-то вот на один вот такой пласт теста идет где-то, ну, опять же, если хотите больше, больше, если хотите меньше, меньше, сколько получится, 300-400 грамм, я думаю, что не больше. Просто у меня жира вот нету, жир закончится, а так было бы еще. Лук не обязательно в блендере измельчать, можно мелко нарезать. Теперь делаем вот такие вот рулетики. Так, сковородку немного масла, сюда же лук. Когда лук стал такой немного прозрачный, добавляем морковь. Здесь у меня одна большая морковь. Добавляем измельченные помидоры. Я измельчила в блендере. Здесь у меня еще кинза, зелень вместе измельченная. Можно нарезать просто кубиками. Дальше чуть-чуть эту смесь подсаливаем. И добавляем куркумы, чтобы в итоге у нас все получилось с таким желтоватым оттенком. И плюс еще аромат. Все, теперь чуть-чуть надо, чтобы эта жидкость от помидоров выпарилась. Дальше убавляем огонь чуть ниже среднего. Выкладываем картошку. Картошка у меня вот так вот нарезана кружочками. И посолила я картошку. Картошки надо столько, сколько вмещается в вашу сковороду, вот на дно, чтобы она полностью покрывала ее. Рулетики я вот так вот еще тоньше нарезала, вам вот это не показала, на самом деле толщину вы сами тоже регулируете, как вам удобно. Мне вот так вот удобнее. Выкладываем вот вот так вот на картошку. Добавляем воды. Это
это 100-граммовый стакан. Получается один 200-граммовый стакан. У меня здесь вот два 100-граммовых получилось. Открываем крышку. И вот так 30-40 минут. Прошло у меня ровно 40 минут на среднем огне. Вон, смотрим, проверяем по картошке. Картошка готова, значит, все можно доставать. Выключаем. Видите, внешне даже видно, да, как они раскрылись так немножко, как цветочек. Вот такая вот красота у меня получилась. Если у вас есть тесто уже готовое, то все легко и быстро получается. Вот делайте, когда вот делаете пельмешки, оставляйте тесто лишнее, замораживайте, как я уже показала. Можно клубочек заморозить, потом вот раскатать. Можно раскатать и вот так вот сложить в пергамент, как я показала. Вот столько у меня еще осталось. Очень вкусно, всем советую. Ну а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока. Ну все, идите.